В рамках договора о совместном сотрудничестве между Тольятти Азотом и Федерацией баскетбола Самарской области в заводском подшефном детском саду «Тюльпан» проводятся специальные физкультурные занятия. В гости к воспитанникам старших и подготовительных групп приезжают маститые тренеры Самарской баскетбольной лиги. Цель таких спортивных встреч – познакомить детей с игрой в баскетбол и с элементарными приемами игры с мячом. Вот мое такое мнение, что спорт, он всегда хорош. Начиная даже с первой младшей группы. Понимаете? То есть у ребенка появляется интерес к работе с атрибутами. Мячом ли, палкой гимнастической, или, например, лазание, там, прыгание, прыжки, то есть метание. Это все начинается с детства. Понимаете? И когда приходят профессионалы, они немножко по-другому методически подходят вот к этим играм. Играм в баскетбол, играм в футбол, например. Специальные физкультурные занятия больше похожи на настоящие баскетбольные тренировки. В нашем городе они проводятся впервые, но в самарских детских садах это уже не редкость. Одну из тренировок проводил заслуженный тренер России, руководитель методического отдела Федерации баскетбола области Александр Власов. Александр Михайлович отметил хорошую физическую подготовку и дисциплину тюльпановцев. Кстати, Власов разработал двухлетнюю программу занятий по баскетболу с дошкольниками 5-7 лет. На время занятия нужно еще смотреть, насколько подготовлены дети физически, как быстро они устают, не теряют ли концентрацию и не устают ли от упражнения. Вот эта группа великолепна, и дисциплина великолепна, и чувствуется, что с ними великолепно работает инструктор по спорту, то есть они физически выполнили сегодня даже больше, они сегодня еще и в конце тренировки отжались у меня и попрыгали. Для детей такие занятия только в радость. Ребята учатся координации движений, держать равновесие, работать с мячом, ловить его и вести одной рукой. И, конечно же, учатся забрасывать мяч в корзину. Тренировка с детьми по баскетболу оказалась полезной и инструктору по физической культуре. Сегодня, посмотрев мастер-класс по баскетболу, конечно, будем применять и игры в баскетбол тоже. И здесь очень много было приемов интересных, упражнений много интересных, потому что в основном мы используем школу мяча. Вот. Элементы баскетбола у нас по программе мы берем в подготовительной группе, но посмотрев сегодня даже на своих детей в старшем возрасте, я думаю, что можно даже брать и в старшем возрасте. В конце занятий счастливые дети получили от Федерации баскетбола Самарской области презенты в виде браслетиков. Чему-то научились вы? Что-то новое для себя? Да, научились. Чему? Научились подкидывать мяч вверх. Подкидывать мяч вверх, не дотрагивайтесь пола. Вот еще что-то было, нет? Учиться стоять в равновесии. Занятия с настоящими профессионалами наверняка запомнятся детям, а любовь к игре с мячом сохранится на всю жизнь.